Креативных югорчан, любящих историю, приглашают пройтись мангазейским ходом. Так называется ежегодный фестиваль «Историческая реконструкция». В этом году праздник назначен на начало июня. Уже известно одно из новшеств – площадкой проведения станет лесопарковая зона. Полным ходом идет прием заявок на участие от групп этнической музыки и коллективов исторической реконструкции. Подробности по телефону 28 17 44.